Привет, ребята! Посмотрите, что я принес сегодня. Это же непростая волшебная коробочка в виде синего трактора. Там всегда что-то интересное и что-то новенькое. Давайте откроем ее и посмотрим, какие игрушки сегодня здесь. Ой-ой-ой, здесь почти ничего нет. А что это? Давайте посмотрим. Это какая-то основа для пазлов. Что же здесь изображено? Не знаю. А это? Это линза. А может быть, мы найдем все эти кусочки от пазлов? Поиграем в сыщиков, а? Итак, начинаем расследование. Давайте поймем для начала, что мы ищем. А ищем мы деревянные кусочки. Это точно дерево, потому что основа из дерева. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кусочков нам надо найти. Куда же эти кусочки подевались? Надо поразмыслить. Наверное, кто-то их спрятал. А если спрятал, значит, решил придумать для нас загадку или квест. Давайте поиграем. Ну, а если это квест, значит, надо искать подсказки. Или просто что-то необычное, а? Давайте поищем. Так, я вижу. Трактор мягкий, а труба у него деревянная, нарисованная. Ха-ха-ха. Первый фрагмент пазла найден. Давайте поищем, где этот кусочек располагается. Ну, по-моему, здесь. Все верно. А если фрагмент был на тракторе, значит, будем искать либо трактор, либо что-то синего цвета. Итак, ищем дальше. Внимание, внимание, внимание. О! Вам не кажется странным этот синий ам-ням? Ам-ням ведь обычно зеленый, а этот синий. Ну-ка, ищем здесь. Приподнимем. О! Ха-ха-ха! Я вижу второй фрагмент. Ну, я думаю, всем уже понятно, кого мы ищем. Готово. Ищем дальше. Ага, синий трактор. Вам не кажется необычным это колесико? По-моему, оно какое-то странное. А, это не колесо, это фрагмент пазла. Раз. Ха. Та-дам! Смотрим дальше. Мышка, обезьянка, будильник, зайчик, ничего необычного. Подождите, будильник? Ха-ха! Будильник синего цвета. Надо проверить. Ха-ха! Потрясем немного. Это рот. Еще один фрагмент. Мы с вами были правы. Так, продолжаем искать. Все просто. Либо что-то синее, либо синий трактор. О, вот и синий трактор. Трактор как трактор. Вроде ничего необычного. Давайте тогда посмотрим, где он стоял. А стоял он здесь, возле этой двери. Может быть, попробуем открыть эту дверку? Так, внимание. Я что-то вижу. Вы видите? Еще один кусочек пазла. Та-ра-та-там, па-пам. Ну, мы с вами добрались до последнего кусочка. Ищем. Включаем наше внимание. И... мы видим еще один маленький синий трактор. Но в нем опять ничего необычного. Значит, смотрим место, где он стоит. А стоит он рядом с гаражом. Машинка не внутри. Значит, надо открыть эту дверь. Пробуем открывать. Не получается. Нужен ключ. Ключ синего цвета. А вот и ключи. Открываем. Поднимаем дверку. Что это? Машинка? А это что? Это же синий трактор. Рюкзак. Эта машинка упала прямо рядом с рюкзачком. Как все хитро придумано. Как интересно. Так, здесь столько кармашков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Где же искать? Давайте посмотрим на наш пазл. Осталось найти колесо. Значит, нужно искать среди кармашков в виде колес. Посмотрим. Раз колесо. Здесь у нас ничего нет. Еще. Здесь тоже. Ну, их у нас четыре. Так, посмотрим здесь. Я вижу! Ребята! Мы победили! Вот оно! Это колесо! Все! Пазл собран! Хе-хе!
Ну что, ребята, я молодец, что нашел такой пазл. Но без вашей помощи ни за что бы этого не получилось. Давайте больше не будем его терять и спрячем его в какое-то надежное место. Например, в этот рюкзачок. Откроем карман побольше, пошире и... Ой, там что-то есть внутри. Смотрите-ка, что это такое? Это... игрушечный планшетик в виде синего трактора. Наверное, это мне приз за то, что я нашел все фрагменты нашего пазла. Давайте посмотрим поближе этот планшетик. Что же это такое? Ага, написано 6 песенок. А, все ясно, это музыкальный планшетик с песенками. Давайте открывать коробку и нажимать нашу кнопку. Где здесь кнопочка? Наверное, вот эта. Ух ты! И это же песенка из мультика «Синий трактор». Ну, класс! Я послушаю, а с вами попрощаюсь. Пока, ребята! Еще увидимся!